За границу не полетят, но на территории России отдохнут обязательно. Более 2000 сургутских школьников этим летом поправят свое здоровье в санаториях и лагерях страны. Напомню, каждый ребенок от 6 до 17 лет имеет право трижды за год отдохнуть за счет бюджетных средств. Причем дважды на территории Югры и один раз за пределами региона. Добавлю, что в этом году муниципалитет не приобретает путевки за границей. По какой причине, пока не озвучили. Такую привилегию смогут получить в качестве награды только те, кто, по мнению Департамента образования округа, имеет значимые достижения в культуре, спорте, науке и других сферах деятельности. Вместе с тем отдохнуть от учебы и набраться сил сургутские школьники смогут уже через пару недель во время весенних каникул. И будет работать загородный лагерь «Барсова гора» для 100 детей. Военно-патриотическая смена для мальчиков, обучающихся в 9-10 классах, профильная по подготовке патриотической направленности. Вместе с тем, с 1 марта начинается прием заявлений от родителей на предоставление путевок. С этого года подать соответствующие документы можно не только через многофункциональный центр, но и через портал государственных и муниципальных услуг. Для того, чтобы это сделать, нужно зарегистрироваться на сайте и пройти в раздел «Организация каникулярного отдыха детей в летнее время» и, следуя инструкции, заполнить форму. Подробную информацию о том, как это сделать, можно найти на сайте Департамента образования города. Независимо от формы предоставления заявления на путевку, путевка будет предоставляться в порядке очередности. Очередность будет вестись единая, и все заявления, которые поступили через МФЦ и через портал госуслуг, будут аккумулироваться в одной очереди, и в порядке очередности будут предоставляться путевки.